This technique is used. Наклон вперед при приземлении на наборе скорости после прыжка. Правило действует только, когда вы приземляетесь на заднее колесо и увеличиваете скорость. Силы приземления и ускорения действуют вместе. Если вы не будете выполнять этот прием правильно, то мотоцикл начнет прыгать, и вы будете чувствовать себя неуверенно. Приземление будет гораздо тяжелее, и вы потеряете время. Если вы выполняете все правильно, то заднее колесо приземляется первым и набирает скорость еще до приземления. Когда приземляется переднее колесо, мотоцикл уже движется вперед. Наклоняясь вперед и участвуя в ускорении, вы усиливаете действие. Туловище передвигается, и таким образом поглощается значительная часть удара об землю. Мотоцикл будет удерживаться в вертикальном положении. Даже если на старте вы развиваете достаточную тягу, все равно нужно клониться вперед. Иначе задирается переднее колесо, и придется сбрасывать газ, чтобы опустить его. Для того, чтобы удерживать вес тела впереди, вы должны держать руль хватом сверху, особенно на рукоятке газа. Таким образом, вы будете находиться сверху и над передней частью мотоцикла, а не наклоняться вперед и вниз. Именно так все получается у гонщиков, не применяющих хват сверху. Как мы уже упоминали ранее, привыкните к хвату сверху, отрабатывайте его на безопасном участке трассы. Вы совершенно по-другому будете чувствовать рукоятку газа и свободно управлять, и особенно при сбрасывании газа, поворачивая к себе. И если вы умеете применять эту технику, то быстро уйдете со старта и сможете продолжать набор скорости.